снова он. Мягкая передача. Включение Лоди. Пас в центр. Это было очень изящно, очень красиво, но, к сожалению, из положения вне игры. Смотрим. Да, конечно, Лоди был в офсайде. Первые 10 минут. Вот опять подключается он сейчас. Посмотрите, за спиной у Тенали. А тут Феликс. И этот мяч должны засчитать. Лагвардия, капитан команды. Он вроде бросил взгляд за спину. Видел, что там Тенали. Мендес. Удар. И сравнивают счет футболисты Алавеса. Все отвлеклись на, как и положено, на Хаселу. Тем более, что теперь еще и Ману Вальехо. Есть второй нападающий. А тут оказался Эскалан. Суарес. Хорошая передача. Вот как раз Матеус де Кунья. И падение. И побежали, побежали защитники сейчас к арбитру. Упал так, как будто у него обе ноги отлетели от этого удара. Но удар был. Удар четкий и не такой уж слабый. Удар. И 2-1 в пользу мадридского Атлетико. Это происходит на 75-й минуте. Жоао Феликс. Ой, как же можно было так не забить-то? Прекрасно сыграл Пачеко. Ну, сам Матеус Куни сыграл не очень хорошо. Но бывает и такое. Здорово оторвался. И еще один мяч. Опять забивает Луис Суарес. Да, последнее, когда особенно пространства появились свободные. Но тут нужно линии рисовать. Атлетико выиграл, Диего Симеоне уходит в раздевалку. 4-1 в пользу мадридцев.